Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. Сегодня состоялось первое организационное заседание по формированию руководства и состава рабочих комиссий Общественной палаты третьего состава. С приветственными словами выступил глава Тувы Шалбан Караол, который пожелал общественникам плодотворной работы, также отметил особую роль палаты в поддержании стабильности в обществе. Само то, что уже это третий состав Общественной палаты, говорит о том, что институт Общественной палаты уже занял свою нишу. Знаем роль Общественной палаты. Но то, что на первом заседании, я думаю, что это привносит в него определенную нотку торжественности и праздничной атмосферы. Позвольте мне воспользоваться моментом и поздравить новый состав Общественной палаты нашей республики с началом вашей работы. Всего в Общественной палате третьего состава 24 члена, из них 16 представителей некоммерческих организаций, 5 районных общественных и 1 религиозная. Предлагается избрать секретаря следующей товарищей. Живет Надежда Маевна, начальник отдела обеспечения деятельности Общественной палаты Республики Тува. Сандан Матер Бадаронович. Подробности консультант за отделом по обеспечению деятельности Общественной палаты Республики. Какие будут соблюдения ваши? Кто за то, чтобы их включить секретарь, прошу проголосовать. Кто против? Кто воздержался? Спасибо. Председателем единогласно был избран политический и общественный деятель Чимидаржо Андар. Его заместителем стала председатель Союза журналистов Тувы Эльвира Лифанова. Общественная палата Республики Тува Андар Чимидаржо Андар. Как следует поднимите. Пожалуйста, опустите. Против, кто воздержался, нет. Спасибо. Кроме того, в ходе заседания был определен состав рабочих комиссий по социальной политике, развитию гражданского общества, по правам человека и экономике, в которые входят по 6 общественников. Напомним, срок полномочий членов Общественной палаты составляет 3 года. За это время они должны обеспечить взаимодействие населения республики с органами государственной власти республики и местного самоуправления. По программе формирования комфортной городской среды сегодня завершены работы по планировке двора многоквартирных домов по улице Калинина. Сегодня мы присутствуем при приемке данного двора, хотя работы выполнены уже достаточно давно. Практически все работы выполнены, и мы сегодня видим, что, конечно, значительно двор преобразился. Отдельные парковки. Кстати, парковок тут предостаточно для того, чтобы практически все автомобилисты ставят и с удовольствием, и уже никто не ездит по самому двору. На сегодня уже выполнены работы по асфальтированию дворовых проездов и парковок, установке бордюрного камня, ограждения спортивной и детской площадки. Также во дворе установлены 10 опор и светильников по освещению двора, а также установлены качели, песочницы и скамейки. Уже давно мы подавали заявку, чтобы нам сделали здесь спортивную площадку, чтобы было благоустройство. И так как мы собрали около 60% голосов, мы вошли, второе место мы заняли подаче заявок. Отмечается, на реализацию приоритетного проекта формирования современной городской среды в текущем году предусмотрено около 80 миллионов рублей. Так, на сегодня из 20 дворовых территорий работа завершена в 18. Это в Хувааксы, Кызылмажалыке, Агдаураке, Чадане, Кызыле и Шаганаре. Кроме того, в Кызыле осталось установить малые архитектурные формы во дворах по улице Красных Партизан и Московская. Благоустройство 9 общественных территорий полностью завершено. В
Тувинская горнорудная компания утвердила цену на уголь в 2018 году. Так, по приказу организации, цена на уголь в следующем году будет составлять 2596 рублей за одну тонну. В пределах установленных цен реализация угля осуществляется в топливных складах, которых в городе в данный момент насчитывается 3. На сегодня средняя цена на уголь в столице республики варьируется от 2500 рублей. В целях достоверности приобретенного вами количества угля, а также экономии семейного бюджета, служба по тарифам рекомендует приобретать уголь в топливных складах, где имеется весовое оборудование. И о курсах валют. Доллар стоит 58 рублей 71 копейка, евро 69 рублей 40 копеек. Теперь я к празднику готов. Дедушка знает, где подарки покупать. Готовимся к празднику с РБТ.ру. Так, стиральная машина Занусси с загрузкой 5 килограмм всего за 10 490 рублей. РБТ.ру. Одевайся тепло, выгляди стильно. В магазине «Классика мода» представлена мужская, женская и детская коллекция верхней одежды. Пуховики и куртки различных моделей, горнолыжные костюмы. Каждый найдет здесь что-то свое. Торговый центр 5 звезд, первый этаж. Магазин «Оптика». Огромный выбор очков, оправ, контактных линз, антифар, а также средств по уходу за очками и линзами. Прием оптометриста. «Оптика. Смотри на мир ярче». Кочетова, 30, Дом профсоюза. 605-27. Для суровых зим суровые покупки. Даем стране угля и зимний противоморозный бетон. Участвуй в розыгрыше ценных призов. Подробности розыгрыша узнавайте по телефону 983-190-0006. Поможем использовать материнский капитал на покупку и строительство жилья. 8 800 775 12 72. Региональным следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней ранее несудимой жительницы поселка Кахем Кызылского района по признакам преступления, предусмотренного статьей «Покушение на убийство». 13 декабря текущего года около 10 часов подозреваемая из-за возникших личных неприязненных отношений к своей родственнице, заранее вооружившись ножом, пришла по месту ее работы в здание администрации Кызылского района, расположенного по адресу поселок Кахем, улица Таежная, дом 20, умышленно нанесла несколько ножевых ранений в область живота, грудной клетки, верхних и нижних конечностей потерпевшей. Благодаря тому, что потерпевшей была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь, она осталась жива, ее здоровью сейчас ничего не угрожает. В настоящее время подозреваемая задержана. Следователям в суд направлены материалы для решения вопроса об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Школьники из Мангунтайгинского и Чахольского районов приняли участие во всероссийском конкурсе ораторского мастерства «Мой русский язык». Конкурс стартовал в ноябре в рамках реализации федеральной целевой программы «Русский язык на 2016-2020 годы». В онлайн-режиме было зарегистрировано более 900 участников 8-9 классов, обучающихся на родных языках народов России в сельских школах. По итогам двух этапов учащиеся Тувы вошли в число 30 финалистов. Также вместе с ними в число финалистов вошли учащиеся из республик Саха, Якутия, Башкортостан, Татарстан и Чувашской республики. Заключительный этап приурочен к столетию со дня рождения народного поэта Якутии Семена Данилова и 385-летию вхождения Якутии в состав российского государства. По итогам всероссийского конкурса ораторского мастерства «Мой русский язык» будут определены обладатели титула гран-при, лауреаты и дипломанты, успешно проявившие свои коммуникативно-речевые умения на русском языке. Народному хюмейже Тувы Игорь Кушкендей вручена премия «Душа России». Награда на 11-й торжественной церемонии вручения премии за вклад в развитие народного творчества лауреатам в Москве вручил министр культуры России Владимир Мединский. Премия правительства Российской Федерации «Душа России» в размере 100 тысяч рублей учреждена в 2006 году и присуждается руководителям и солистам самодеятельных коллективов народного творчества, исполнителям эпоса и самодеятельным мастерам народного декоративно-прикладного искусства за многолетнюю плодотворную
плодотворную работу и выдающиеся творческие достижения в сфере сохранения и развития народных художественных традиций, а также за активную просветительскую и педагогическую деятельность, направленную на освоение народной культуры. Начиная с 2007 года она приобрела статус правительственной награды. Мне было очень приятно участвовать в этом фестивале. Там есть номинации «Народная музыка», «Народные мастера». И это моя номинация, это традиционная народная культура. И мы смогли еще раз доказать, что это тувинская народная культура очень такой древняя и очень такой колоритная, мелодичная и оригинальная. Айдаш Сад – начинающий дизайнер национальной одежды. Шить начал с 8 класса, но окончательно понял и нашел себя в качестве модельера, начиная с другого направления. После школы молодой человек поступил в Кызылский колледж искусств отделения хореографии. Однако во время учебы он не переставал продумывать отдельные вечерние платья для конкурсов красоты и для выступлений однокурсниц. Айдаш говорит, что его всегда вдохновляли тувинские мотивы и узоры, а иногда даже сама ткань. Это верхняя часть сечения платья, который мы делали на участие в конкурсе. Ну, у нас в конкурс колледже, и так как там в малом кругу никто почти не видел, так скажем. И здесь использована парча и пришитые стразы. Айдаш не рисует эскизы своих работ, говорит, что у него это пока не очень получается. Я не рисую, так как мне не очень, мне не хорошо получается. Вот. У меня все эскизы, все придуманные образы в голове. После окончания колледжа Айдаш решил тесно связать свою судьбу с дизайнерской сферой и поступил в Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. До этого в серьезных дизайнерских конкурсах не участвовал. Но в прошлом году пригласили на закрытый показ арт-стиля в Кызыле, а в этом году уже на сам конкурс признается молодой человек. Это безрукавка для молодежи, которой удобно для повседневной одежды, носки. Ну, здесь легкий материал, обычная плащевка, но в этом как бы модно, серебристый цвет. Вот. Но я здесь добавил, то есть у нас тувинские орнаменты из Курганда 2. Это пантера, это тувинские узоры. Айдаш для конкурса «Арт-стиль» подготовился основательно и надеется занять призовые места. В этом году «Арт-стиль» расширил свои границы. По словам организаторов, помимо дизайнеров, в нем примут участие и парикмахеры. Конкурс имеет действительно новые оттенки. Да? Во-первых, он идет с приставкой «Новые имена», потому что мы решили в год молодежных инициатив все-таки поднять инициативу, активность наших молодых дизайнеров. И также в этом году мы решили немножко расширить диапазон нашего конкурса. Мы привлекли не только дизайнеров одежды, портных и швей, мы привлекаем наших парикмахеров. Отметим, что конкурс в первую очередь проводится для создания условий и развития творческого сообщества дизайнеров, также привлечения внимания к уникальным ценностям традиционного национального костюма и его этнической самобытности. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. В Кызыле переменная облачность без осадков. Ночью минус 26, минус 28 градусов, днем минус 18, минус 20.